Сегодня начнем катание среди юниоров по программе кандидатов в мастера спорта. Первое место завоевала Анастасия Марасанова, Санкт-Петербург, спортивная школа Олимпийского резерва «Звездный лед». Второе место заняла Агата Петрова, Санкт-Петербург, спортивная школа Олимпийского резерва «Звездный лед». Третье место заняла Полина Тихонова, Москва, школа «Хрустальная». Тренер победительницы Алина Юрьевна Писаренко награждается грамотой. Хореограф победительницы Ольга Николаевна Зайцева награждается грамотой. Можно аплодировать нашим спортсменам, они заслужили аплодисменты. И во время фотографирования с официальными лицами соревнований тоже будет приятно, если будут звучать аплодисменты. Мы просим спортсменов спуститься с пьедестала и остаться на льду, встать в шеренгу призеров соревнований.